Uma maya. Дорогие друзья, итак, у меня сегодня в гостях в кухне для друзей Евгений Кубынин, фронтмен группы «Зима всегда». Жень, привет. Привет. С приездом привет. Тебя в зимний Архангельск. Мы сегодня готовим сёмушку под шубой. Ура. Ты готовить вообще умеешь? Нет. И тебе научу. Что нам для этого надо? Во-первых, варёная свекла. Потом нам нужна картошка варёная, также варёная морковь. Для украшения лимон, петрушка, яйцо, ну и, конечно же, сама семга. Давай, я вот это тебе дам, и мы начнем разговор. Потихонечку. Так, тебе нужна вот одна терочка, одна мне. Так, ты будешь натирать вот морковь, а я буду натирать... Так, а во что натирать морковь? Вот сюда. Ну, ты прямо сначала сюда. Хорошо. Начали? Начали, поехали, да. Мы на скорость ничего не делаем, мы будем немножко говорить, потому как мне любопытно очень узнать вообще тебе поподробнее все. Естественно, там. Ну, к примеру, что ты впервые научился делать? Говорить или петь? Петь я, кстати, мне кажется, до сих пор не научился. Нет, ну подожди, ну вот мама-то что говорит? Ну, у меня не очень такая была музыкальная семья, поэтому петь я учился вне дома и тайком. Тайком? Да. О! Ну, я утрирую, конечно, но... А семья возлагала на тебя надежды как на кого? Как на инженера, мне кажется. На инженера? Да. Ты родом откуда? Я из Волгограда. Ты из Волгограда. Инженером ты мог стать каким? Я не мог стать инженером, это я понял на первом же курсе института, который, собственно, попытался пройти три раза. Да? Первый курс института, да, у меня был сначала академический отпуск, потом с бюджетного я перешел на платный. Ну, в общем, все мое естество сопротивлялось. Слушай, ну ведь нужно было иметь достаточно такую серьезную смелость и быть смелым человеком, чтобы понять, что ты музыкант. Да. Если ты родился не в музыкальной семье, и вдруг ты понял, что твое призвание – это сцена, это песни, и стихи, я так понимаю, что генерируются в голове сами собой. Это же нужно было, во-первых, самому себе признаться, а потом еще родителям об этом сказать. Да-да, я даже помню момент в детстве, когда я иду и по улице и такой размышляю. Черт подери, а ведь, наверное, это будет, ну, как-то очень тяжело. В смысле, ну, то есть, быть профессиональным музыкантом. То есть, меня, наверное, не поймут родители. А ты свое первое выступление помнишь? Да, да. Где оно было? Скажи мне, пожалуйста. А это было со школьной группой. Мы играли каверы. Там был и Чиж, и Мумитроль на то время гремевший. Вот, и это было в спортзале моей школы. Это был какой год? Я не помню, честно говоря. 2005, 2003, 2004, какой? Ну, где-то так, возможно, да. Лет 10 назад. Нет, раньше еще. Лет, наверное, 14 назад. Первые аплодисменты? Там же, наверное. Да? Да. Ума моя. У тебя сейчас новая программа, насколько я знаю, да? Да. Вот да. Морковку можно вот сюда, вот, пожалуйста. Да. У тебя сейчас новая программа, ты с ней приехал в Архангельск с новой программой, но тебя помнят, конечно, по песням таким, как «Ты стал жестокий кайф», например. Да. 2009 год. 2009 Даже год. Даже раньше. Что навеяло? Вот вопрос. Новую программу или кайф? Нет, старую, кайф. До сих пор, на самом деле, не знаю. Ну, как-то все складывалось само собой. И вот и песня... В частности, получилось. То есть так. Стихи просто шли. Да. А вот ты издавал свои сборники стихов, нет, или у тебя только все в песне? Я считаю, что мне, ну, я не пишу стихов. Все-таки без музыки они как-то теряют свое... Очарование? Очарование, какую-то такую силу. Музыка это все-таки... Ну, она всему придает какой-то смысл. Театральной постановке, там, фильму, какой-то сцене из фильма или из стиха. Твои же концерты — это все-таки некая такая магия. Вот если кто был, дорогие друзья, на концерте «Зима всегда», то тебе надо понимать, о чем он говорит. Когда Женя практически один на один с залом.
И зал открыт рот, слушает его, слушает. А у него очень простые мелодии. У тебя же очень простые мелодии. Ну да. Ты заканчивал все-таки что-то музыкальное? Нет, к несчастью или к счастью. Наверное, к счастью, скорее всего. Поэтому все песни, которые Женя поет, как вы знаете, можно совершенно спокойно... Можно подпеть. Да, можно подпеть. Яйца? Да, смотри, что нужно сделать с ними. Значит, их нужно отделить... От желтка. От желтка, да. То утро, когда ты проснулся звездой. Да я, на самом деле, не считаю себя звездой прямо. Нет, подожди, ты себя можешь не считать звездой, между прочим. Это же понятно, да? Поклонники твои тебя считают звездой. Но ты почувствовал на себе вот этот момент, когда после публикаций все это случилось? Нет, никогда не чувствовал. Почему-то как-то для меня это никогда не было целью. И никогда я не испытывал дискомфорта там в магазине или в метро. То есть меня редко узнают. Если узнают, то очень интеллигентно, просто там сфотографируются. Поэтому я на себе не ношу такого креста, как... Медийное лицо. Медийное лицо, да. Я бы хотел таким и впредь оставаться. Вот, дорогие друзья, современный музыкант будущего, который не требует к себе какого-то особого внимания, который просто дарит то самое тепло, которое к нему оно приходит. Ну, смотри, сейчас мы выкладываем... Первое, что мы должны сделать, это сделать такой маленький матрасик для нашей Сёмушки. Угу. Натер, да, там все? Да, все натерлось. Да, давай, когда мне будешь помогать. Готовить ты не очень любишь, я так понимаю. Или любишь? Или ты еще не понимаешь этого? Не понимаю. Не понимаешь, хорошо. Смотри, вот мы берем, можно взять ложку. Тоже, я тоже буду с ложкой заниматься, хотя дома бы я это все делал, конечно, рукой. Смотри, мы должны выложить здесь сейчас вот такой слой маленький картофеля. Матрасик. Да, слой картофеля. Бери его прямо отсюда и выкладывай. Ты в еде привередлив? В еде нет, абсолютно. Вот. Любишь простую еду? Разную. Я вот дома могу есть простую еду, куда-то приезжая. Ну вот, например, в этот прекрасный ресторан. Угу. Могу увидеть что-то и попробовать впервые. И то, и другое делаю с удовольствием, в общем. Ну, конечно, жареные пельмени и вареные надоедают. Ну, день на пятый. На пятый же? Нет, точнее, нет. Конечно, вареные пельмени надоедают день на пятый, и хочется жареные. Был такой в молодости период, когда совсем было лень. Лень, и не важно, что есть. Ну, еда нужна. Кушать нужно мало того, что вкусно, дорогие друзья. Кушать еще нужно красиво. Это всегда очень важно. Я считаю, что это очень нужный момент в жизни каждого человека. Вот смотри, как красиво вот так вот получилось. Да, накладывай свою семушку. Скажи, пожалуйста, у тебя есть где-то место силы, что тебя вдохновляет? Я понимаю, что любой художник, кому задаешь этот вопрос, вообще раздражается. Никогда правду не скажешь, что его вдохновляет, потому что невозможно на него ответить как бы как-то правдиво. Да. Не, я не раздражаюсь. Но абсолютно. Место силы есть. Вот оно присутствует все равно. Именно место? Да. Не, места нет. Почему-то включается иногда какое-то состояние просто, и в нем приходят какие-то строки или куски мелодии, но это оно непонятно, почему включается. Такое вот какое-то состояние. А место, силы, не знаю даже. Ну, например, горы, лес, поезд, самолет. Ну, кстати, да. Вот именно в момент, когда я уезжаю из дома, улетаю или уезжаю, что-то там начинает шевелиться. Часто приходят какие-то вещи важные, решающие, какие-то строки, или, может быть, опять же, мелодии, какие-то решения. Сейчас, дорогие друзья, после того, когда мы выложили семушку на картофель, рекомендуется посолить. Я свою семушку, конечно, посолю. Совсем чуть-чуть, потому что слишком соленая лично я не люблю. Она уже соленая, интересно? Да, она немножко, да, тут можно посолить совершенно спокойно. Я почему-то в последнее время перестал вообще все солить. Так вот я тоже. Но если соль есть, почему если есть, да, почему бы этого не сделать? То есть это сделать нужно обязательно. Угу. Дальше мы выкладываем слой морковки. Тоже ложкой, то есть не руками. Так как хочешь. Я ложкой. Я хочу руками. Да, выкладывай, пожалуйста. Нравится тактильный контакт с пищей. Ну ладно, давай расскажи, пожалуйста, ты попал в рок-тусовку или в какую ты попал тусовку? В рок-тусовку, к сожалению. К сожалению?
Ну да, у меня просто до зима всегда еще была группа. Угу. Рок-группа, там не менее известная. Вот. И мы играли, да, рок-музыку. Но мы были людьми, которые были объединены скорее желанием вырваться из провинции, да, и попасть в какую-то субкультурную такую вот среду. Ну да, да, да. Которую можно было бы так вот. В среду Петербурга, где были клубы, где были зрители, которые ходят. Пусть это все и немного, но все же. В Волгограде этого ничего совсем не было. Ну и то, что мы не были объединены, скажем так, духовно, и цели у нас были разные, начало сказываться на качестве проекта. Ну это я так ощущаю, и мы поэтому разошлись. Смотри, потом мы делаем вот так. Ну, это мой слой будет вот такие. Ты можешь тоже немножко... Белковым. Да. Вы разошлись. И я сделал «Зима всегда». Ты сделал «Зима всегда». Название-то какое, прям, многие бы сейчас сказали, не-не-не. Ты считаешь? Да. Нет? Однажды моя жена пошла куда-то проявлять фотографии, и, по-моему, они были связаны с тоже «Зима всегда» или что-то такое. И, в общем, человек в проявке увидел то ли папку, название, и сказал так: «Зима всегда». Не-не-не-не-не. Скажи, пожалуйста, тебя часто приглашают на съемки сейчас центральные каналы? Нет, к счастью, нет. Но я еду в тур по Сибири. Тур по Сибири? Да, с новой пластинкой, которая называется «Вокруг солнца». Ай, «Зима всегда вокруг солнца». Это плохо или хорошо? Это, наверное, слушатели скажут, но звучит просто потрясающе красиво. Да? Да. «Вокруг солнца, зима всегда вокруг солнца». Мне кажется, это круто. Ну, мне нравится. Спасибо. Мне нравится. Это очень поэтично, так вот очень по-честному, главное, понимаешь, да? Потому что зима же есть везде. Смотри, что мы делаем дальше. Так, зеленью как хочешь, так и украшай, но вот очень важно теперь взять вот это, смотри, видишь, да? И вот сделать вот так. Посыпать. Да, да, то есть все неровности от этого майонеза мы сейчас скроем вот этим совершенно чудесным способом. Способом, да. Ну, прям красота. Люблю, когда красиво что-то получается. Для меня, как я сейчас расскажу тебе, это как такая тоже некая поэзия. Интересно. Так, ну что, мы сейчас разрежем на 4 части наш лимон. Каким образом лимон участвует? Он просто украшается. А. Я вот так вот по-брутальному это сделаю. А это... когда уже употребляешь сельдь, то лимон... А можно туда выжать его, да, совершенно спокойно. Вот я решил, что я это сделаю вот так. Ты можешь это сделать как-нибудь по-другому. Вот с лимоном я, кстати, еще не пробовал. В смысле, с лимонным соком тогда. Еще, да, еще многие петрушку нарезают. А у нас зимняя петрушка. Кстати, на петрушку она как-то мало похожа, но я, наверное, все-таки ее нарежу. Нет, я ее нарезать не буду. Нет, я ее нарежу. Я ее все-таки нарежу и думаю, что это я окажусь прав, если я это сделаю. Так, тогда я тоже положу так лимон. Его можно по-разному там, конечно, делать, но я решил его сделать таким вот образом. Мне вот так вот лимон в этом во всем больше нравится. В принципе, дорогие друзья, мы за 20 минут умудрились с Женей сделать две семушки под шубой. И это пока абсолютный рекорд приготовления блюда. Дорогие друзья, сегодня мы с Женей Кубыниным, фронтменом группы «Зима всегда», готовили семушку под шубой. Встречайтесь чаще и вкуснее, всегда ваша кухня для друзей. До новых встреч и успеха в творчестве. Это еще не первый гонорар, я еще про него не спрашиваю. Я говорю про первое признание, когда прям ты услышал из зала: «Браво, Женя, я тебя люблю!» Было такое? Ну, мне кажется, люди видят во мне
просто более интеллигентного человека. Поэта, скорее всего. Ну, да, наверное. Ведь твои песни, ну, к примеру... И такие думают, какие стихи, а так-то что с него взять? И не подходит. Очень много способов. Так есть даже способ, как отделить желток от белка в курице. Курица? Наверняка есть. Тебе кажется, это какой-то жестокий способ. Надеюсь, это в программу не войдет, этот способ. А я хотел сделать такой вот параллелепипед. Слушай, ну как, в принципе, как хочешь. Ну уже ладно, я размазал. А то я тут, понимаешь, тебя свою красоту навяливаю. Ну. Ты же понимаешь, да, Битва престолов? Да, да, зима да, да, будет. Понимаешь? Зима близко. Зима близко, зима я будет. Я даже делал такой мем. Да? Да, брал фотографию этого вот персонажа. Самого с мечом, который... Я просто не смотрел. Я тоже не смотрел. Ну вот. А мы не забыли желток? Нет. Фух. Потому что придется что-то снимать и туда. Ой, ну что ты, нет, это не произойдет. Все тише голос твой. Магнитиков не открыто, за ненадобностью забыты имена главных улиц там. Только тысячу дней прожив, вновь по одной из них очутился. Я-то думал, что научился, столько глупостей совершив. Только сделали мы с тобой, сильно поспешив, но поздно, поздно. Слишком поздно что-либо исправлять, что-либо исправлять. Только можно я просто разучусь тебя вспоминать.